Dale, ven aquí. В общем, ребята, всем привет. Мы снимаем ночью, начинаем снимать влог ночью, потому что мы сели упаковывать Ксюше подарки. Сегодня у нас 13-е, и мы сейчас упакуем, а завтра... Завтра? Ей подарим. Неправильно вот эту вот нарисовала линию. Поэтому мы начинаем влог снимать 13-го на 14-е. Вот. Тортик я уже собрала, но верхний слой... Именно отделку тортика не сделала. Вот, я это хочу сделать завтра. Купить шоколад, купить свежие ягоды и украсить сверху ягодами. И потеки шоколадные сделать. Завтра поедем утром в магазин. И нужно купить кое-что. Мы еще не все докупили. У нас нет шариков, у нас нет ничего, чтобы украсить. К сожалению, не придет ни бабушка, ни дедушка, ни племянницы не придут. Почему бабушка и дедушка? Потому что племяшка младшая. Она заболела, у нее вирус какой-то, то ли у нее конъюнктивит, ну, в общем, глаза у нее опухли, сильно красные, опухшие. Короче, история долгая, в общем, не приедут наши родственники, мы будем одни. Поярче раскрашу, ты что, зеленым хочешь делать? Нет. Так что будем отмечать сами. Вот он тортик, я его завтра украшу, так он пусть стоит, пропитывается. Еще я сделала слишком много крема. Видите, придется сделать еще один тортик. А сейчас я буду делать медовик. Я сделаю маленький, небольшой. Вот, подготавливаю уже все к тесту. Сделаю небольшой тортик, а то у меня крем остается, крем девать мне некуда. Вот. Открой мне холодильник, пожалуйста. Все, медовик готов. Я его завтра посыплю. Вот этот тортик я тоже уже помазала. Завтра украшу. Все, ребят, мы будем ложиться спать, отдыхать. И увидимся завтра утром. Всем привет, ребят. Доброе утро. Вот она, наша именинница. Она постельку заправляет. Она прячется. Еще не сто. Да, она еще не родилась. Знаете, во сколько она родилась? Она родилась почти 15 числа ночью. Чуть-чуть не хватило, там буквально там 30-40 минут, и она бы родилась 15. Так, ребят, пока комментарии открыты, пишите. Будем читать ваши поздравления. Пишите много. Мама, я даже пойду. Будем читать. У вас есть где-то час-полтора, чтобы успеть написать нам комментарий, и мы прочитаем. А ты злюка с утра. Так, давай, вставай, мадам. Она не смотри, какое. Солнышко светит. Вау. Чудесный день. Солнышко светит. Да, на улице тепло. Что ты хотел? Еще. Там нужно кокульки ее собрать. Везде валяются кокульки. Ты должна собрать. Happy birthday to you. Потискай. Оставьте ребенка сморкнуться. No le gusta que le den besitos. Сейчас она на папу чихнет. Чихни на папу. Es solo una vez al año. 11 раз надо поцеловать. Да, мы раньше за ушки дергали. Сколько тебе лет, столько и дергать. Давай, будем дергать за уши. Будем дергать за уши, будем дергать за уши, будем дергать за уши. Далее, дорогие. Все, он спрятался у нас. Ладно, выйдешь, мы тебя поймаем. Так, ладно, все. Купаться? Нет. Все, мы уже съездили в магазинчик, купили шарики, цветочки. Тут всякая вкусняшка. Ксения. Цветочки. Вообще ну как? Просто цветочки красивые. Нос заложен. Нос заложен. Ну ничего, они красивые. И шарики тебе.
А цветочки некрасивые? Пожалуйста. Кто хочет кушать? Я! Так, давайте тогда будем сейчас суши покушаем, да, Лео? Сейчас покушаем суши, потом пойдем погуляем, пока дождика нет. А потом приедем и будем ужинать. Тортик кушать. Куда-нибудь, потому что вечером будет. Давай водичку поставим. Сеня, уно пора ехать. Ксюша, это тебе одна. Каролин, а ты ее мне. С днем рождения. На, у нас много еще вон, это только тебе, чтобы тебя никто не брал. Чтобы ты объелась. Ага. Малка, кушать. Кто так делает? Дайте ему лучше вилку. Вилочку дай ему. Лучше руками. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Ишь, Ксюша расплакалась. Так сентиментально. Мы смотрим поздравления. Их так много. Я не знаю, как успеть все посмотреть. Ишь, Ксюша плачет, стоит. Мы ее так растрогали. Днем рождения, Ксюша. Твои фотографии. Мы тут ставим сердечки, смотрим. Так, все, готово? Да. Первый подарок сейчас. Садись. Вот сюда садись спиной. Вот сюда. Так. Глаза. Да. Первый подарочек мы сейчас подарим Ксюше. Раз, два, три. Смотри. Открывай, смотри. Угадали? Марина сказала, что их больше нету. Наконец-то! Ну вот, еще одна мечта сбылась. Крутой? Я уже в интернете видела, когда мы туда пошли покупать есть хутор. А, да, мы же смотрели. Нет, там много было. Правда? Да. Ну, когда мы там были, только один. Ну, у них длина разная была, да? Там немножко покороче один был. Нравится? Есть 8,5. Юну, если надо. Осторожно. Нет, велик мы не сможем взять, Макс, потому что в машину не поместится велосипед. Вон, Бонни принесла мячик, она хочет играть. Нет, нет! Так, загружаемся. Поедем покатаемся на площадку. Так, Макс, садись, твое кресло здесь. Прыгай. Первый пошел, второй. Довольно. Это очень до Тузова. Нет, нет, я вдвоем не получу. Так, раз, два, три. Макс, поехали. А я к Маргаритам буду. Садись, Макс. Держись, Макс. Раз, два. Немножко погуляли, но такой ветер поднялся, я замерзла. Не знаю, как вы, но я замерзла. Я нет.
потому что я в футболке, ветер холодный, солнышко светит, но ветер очень холодный. Поэтому все, поехали мы домой. Пока я буду готовить, вы можете пойти погулять. Хорошо. Потому что я пока приготовлю где-то а час. А что будем кушать? И тортик нужно украсить еще. Так, мы уже приехали домой. Хлеба! Пик-пик. Мам, мне не сейчас... И сейчас мы будем украшать тортик. Для этого мне нужно растопить плитку шоколада. У нас есть вот такая Милка Орео. У нас есть Орео. Что еще мы хотели туда? Все, только с Орео. Посмотрим сейчас, может, клубничка еще украсит. Ой, влезла, влипла. Нет. Стоял наш тортик, я его прикрыла, а то он обветривался. Холодильник туда-сюда открывают, закрывают, и он трещинами покрывается потом. Вот так. Если что, вот это растопим. Так, клубничку. Да, мне кажется, разбавим клубничкой тоже, чтобы такой яркий был акцент красный. В общем, как-то так у меня получилось. Я первый раз вообще это делаю. Но сейчас сверху еще украсим, чтобы было красиво. Сейчас, конечно, как будто грязью полили. Клубничку просто положить? Давай разрежем, Маргарит. Мам! Так вот как-то. Что еще нужно туда? Шоколад долго застывает. Как-то нужно вот это вот закрыть. Все. Чем закрыть? Может быть, закрыть крошкой? Давай разломаем. И вот так вот я крошкой сверху так посыплю, чтобы не было видно вот это вот некрасиво. Все, ребят, вот такой вот тортик получился. Потеки, конечно, не идеальные, но вот так вот. Сейчас уберем в холодильник, чтобы шоколад застыл. Я уже поставила вариться молодую картошку. Сейчас я буду в духовке запекать красную рыбку. Решила и медовик украсить клубничкой. Тарелочку потом вытру. И сейчас сверху хочу вот здесь вот по контуру клубничку выложить. Тортик тоже убираем в холодильник. И все. Я не знаю, как мы это все будем есть. Мне придется потом кому-то раздавать. Рыбка печется. Картошка варится. Сейчас буду накрывать на стол. Маша, про шарики-то забыли совсем? Купили шарики? И не забыли. Зеленый, кстати. Мам, смотри, машинки. Соорудил. За машинки зацепил, чтобы они так вот стояли. На, смотри. Все, надуваем шарики. Сколько там что? Как называется это? 10 штук, а? Смотри, это форт, а это лопатки. Угу, замечательно. Надуваем. Готово.
садимся. А торт? Какой торт? Торт потом. Мы сейчас поужинаем. Берите рыбку. А потом? Картошечку, салатик. Mira la corda todavía sin video. А потом что? А потом тортик. Все. Достаем тортик. Смотрите, шоколад как застыл. Такой матовый стал. Так вот. Я тебя с днем рождения, тебя с днем рождения, наша Ксюша. С днем рождения тебя. И на тортик. Добрый день! Режем тортик. Ножичек неси, Маргарита, большой. Маргоша захотела медовик. А где тарелочка? Нет. Все. Как тортик? Вкусный? Вкусный? Да. Смотрите, у нас сколько еще. Мы всю неделю будем этот торт кушать. В смысле, ты не любишь шоколадный? Ксюня сейчас откроет еще один подарочек. И мы пойдем разносить всем тортик. Это вы это рисовали? Да, это мы сами рисовали с Маргаритой вчера, пока ты спала. Открывать? Да. Да. Сразу тебе, видишь? Не видно. Будешь сидеть. Там 10 слоев. Это что? Король! И тут конфетки. Я думала, что это король. Конечно, только король. Там еще конфетки. Твои любимые, надеюсь. Я обожаю эти. Мама, не кушай. А это что? Это с лимоном, не знаю, как это. Ксюша очень хотела. Она теперь с ним будет спать. Мне купишь тоже зайчик, нравится? Мама. Такой это маленького такой... хотела. Папа хотел большого. Я думаю, да, неудобно спать с большим. Такой. С мама, маленьким удобнее спать. Можно проверить. А. Он такой мягенький, пушистенький. Я думала сначала, что это собачка. Нет, там не было собачки. Ну, там была, по-моему, но она сидячая. Вот это вот мы бабуле отнесем и племяшкам. Это мы Данилу отнесем и его семье. А это? И тортика у нас там остается еще даже. Это Лилиты. Да. Девчонки ушли на улицу. Где Милена? Да. Мам, эти? Девчонки тоже пошли кусочек относить своей подружке. Кусочек тортика. Мам, эти? Это Данилу. Мы проголодались, немножко присели, арбузика покушать. Это, кстати, наш первый арбуз в этом году. И, ну, так и пил один даже Ксюши. Так себе, он вроде красненький, но и косточек, кстати, нет вообще, только белые косточки. Ну так, сладенький. Ну, можно кушать. Не сказала бы, что прям сильно сладкий-сладкий, но так, нормально. О, смотри. Угу. Ну, это белые косточки, не черные же. Вкусно? Черные тоже есть. Смотри. Каролина очень хотела арбуз. Прям попросила купить арбуз. Пожалуйста. Мы решили еще конфетки продегустировать. Все вот эти упаковки оставлять. Надо было аккуратно открывать тогда. Ну, мама! Это нормально. Хороший. Она теперь с двумя спит, с Мишкой и зайчиком. Всем спасибо за поздравления. Еще не все прочитали, не все посмотрели, так что будем продолжать. Все, ребятки, всем пока.